Пятеро детей погибли и 65 получили ранения различной степени тяжести. Такова печальная статистика за 7 месяцев этого года. В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники ГАИ продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Детское автокресло». Инспекторы проводят массовые проверки транспортных средств на предмет выявления водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях без детских удерживающих устройств.